Всем здравствуйте, с вами Мария Соловьева и «Две минуты о кино». Новый фильм «Пиксели» режиссера Криса Коламбуса вышел в российский прокат на день раньше, чем в мировой, а именно 23 июля. Такая честь, оказанная российскому кинозрителю, должна непременно ему льстить и сподвигнуть его на скорейший просмотр этой картины, представляющей собой микс фильма «Катастрофа» и анимационного блокбастера. Основой для сюжета фильма стал одноименный короткометражный двухминутный мультфильм французского режиссера Патрика Жана, который в 2011 году был признан лучшим короткометражным фильмом на Международном фестивале анимационного кино в Анси. Если быть точной, то короткометражка Патрика Жана скорее содержит в себе только саму идею пикселеризации всего нашего мира, а не является заявкой на историю как таковую. Следуя ее сюжету, на современный индустриальный город с небес спускаются пиксельные персонажи 80-х и поглощают все пространство, делая его похожим на себя. Так, на зеркальные небоскребы опускаются фигурки Тетриса, и часть этажей исчезает, поскольку по законам Тетриса полностью собранный ряд сбрасывается. В итоге она заканчивается тем, что вся планета Земля превращается в один большой кубический пиксель. Фильм же Криса Коламбуса – это кинематографическая полнометражная ностальгия по всем выдающимся компьютерным играм 80-х. В принципе, этой картине можно присвоить гриф учебного пособия, настолько достоверны показаны и персонажи, и создатели компьютерных игр того времени. Если судить по жанру фильма, то он ориентирован на тинейджеров и тех, кто так и не преодолел эту стадию взросления. Однако, если учесть, что все отрицательные персонажи – это герои компьютерных игр 80-х, то можно предположить, что фильм должен быть интересен тем, кто тогда играл в эти игры, а это уже совсем не тинейджеры. Не могу сказать, что фильм бездумный, он даже содержит в себе мысль. Правда, не глубокую и уже не оригинальную, что однажды компьютерные персонажи нас, людей, покорят себе или поглотят, или вовсе уничтожат. С другой стороны, ну не каждый же вечер смотреть Тарковского и перечитывать Шпенглера. Иногда можно и просто провести беззаботный вечер в кино, не обремененным чрезмерным интеллектом. Спасибо за внимание, это была Мария Соловьева и «Две минуты о фильме «Пиксели» режиссера Криса Коламбуса».